В рамках года Лобачевского в Казанском федеральном университете прошла научно-популярная лекция о докторе физико-математических наук Мукаддаса Мисарова, на которой лектор обсудил со слушателями математические парадоксы в задачах принятия решений. В течение лекции были изложены основные критерии принятия групповых решений, возникающих в результате математического анализа целого ряда примеров. В частности, обсудили теорему Кеннета Эрроу, которая оценена Нобелевской премией по экономике. Далее были рассмотрены самые неожиданные решения ряда задач оптимального выбора, возникающих в разных сферах человеческой деятельности. Математика применяется, ну, так скажем, в социальных или экономических науках, в задачах, которые связаны с принятием решений, групповых или индивидуальных. И также я буду рассказывать о некоторых современных направлениях прикладной математики, о машинном обучении.